Все видео по этому проекту, а также полные версии некоторых серий можно найти на канале в плейлистах или по ссылке в описании. Для того, чтобы собрать автомобиль после ремонта, его необходимо правильно разобрать. Запчасти укомплектованы по зонам и узлам и имеют соответствующие пометки. Вся электропроводка промаркирована. Сборка элементов осуществляется последовательно с применением антикор-составов. Я применял антикор-составы АПП на основе воска, спреи и евробаллоны, прозрачные и янтарного цвета. Демонстрация распыла из прошлых видео. На лицевых панелях применяется прозрачный состав. Во время сборки вам понадобятся фотографии, а также схемы и записи, сделанные во время разбора автомобиля. Очистка элементов, устанавливаемых повторно. Анаэробный фиксатор резьбовых соединений. Уделяется внимание каждому элементу. Сборка проходит легко, так как все элементы примерялись и подгонялись на этапе ремонта. Во внутренних полостях применяется состав янтарного цвета для удобства контроля. Наружные части покрываются прозрачным составом. Электропроводка фиксируется на свое место, иначе она будет препятствовать установке последующих элементов. Установка систем отопителя. Установка уплотнителей. Установка электропроводки.
каждому проводу на этапе разбора присвоен номер. Схема и записи облегчают задачу. Порядок и положение контролируются по фотографиям. Элементы нижней части покрываются составом янтарного цвета. В ходе сборки устраняются повреждения электропроводки. Для частичной замены подбираются провода, соответствующие по характеристикам и цвету изоляции. Провода спаиваются. После применяется термоусадочная изоляция того же цвета. Изолента для автоэлектрики. Далее восстанавливается оплетка. Штекеры и разъемы большого размера разбираются для удобства прокладки проводов. После укладки они собираются обратно. Каждому проводу соответствует свой канал или отверстие в кузове. Цифровая маркировка позволяет быстрее определить местоположение провода. После правильной укладки номера штекеров будут соответствовать. Сборка проходит легко, последовательно и систематизированно для каждого элемента. Thank you.
Для более подробных разъяснений рекомендую посмотреть полную версию этого видео. Для укладки пневматической системы я использую отрезок плотного провода.